Я опять играю в Майнкрафт. Это какой уже раз я в него играю? Наверное, в третий или в четвертый, я уже забыла. По-моему, третий уже раз. На видео играю в Майнкрафт. Одновременно! Так, сейчас мы отправимся в какой-то из миров. Я хочу в новый. Как в новый? И мир. Ну, Сделаешь? Так, что тут? Вот надо нажимать. И загружается наш мир, эндермир, точнее, обычный мир в Майнкрафте. Да. И тут скучно оно загружается, там загрузка и где же я? Я... Да, это горы. Да. Но я что-то не хочу, мне не надо зимы, мне надо природа. Так, что я буду делать сегодня? Ребята, а что я сегодня буду делать? Вот мне вот что-то скучненько. Скучненько. Да, точно. И скучно. Точно. Я хочу. Искать деревню жителей. Сейчас. Ребята, а давайте, может, я на паузу нажму? Можно? На паузу, ребята. Нажать как-то на паузу. Сейчас вот на паузу нажать как-то вот. Ребята, короче, видите вон те домики? Вы их видите? Это деревня жителей. Я ее нашла. Значит, я выиграла. Я нашла деревню жителей, сейчас будем ее смотреть. Ну что, ее смотреть? Деревня как деревня, ребята. Деревня как деревня, ребята. А вы когда-то находили деревню жителей? Вот мне сложно было раньше находить. Вот сейчас что-то прям везет мне, так что я нахожу деревню жителей. Ребята, смотрите, сейчас я говорю, мы сделать вот так. А ничего делать. Бани на выживание. И поэтому не можно бить жителей вот так. Не надо. Эй, голем, я обидела жителя. Не, сейчас не надо. Ребята. Может, каких-то тут попробуем всякие. Тут нету? А тут нету деле вообще эндермира? Нету! Нет. Да, да, тоже что? Ага. Мне не надо. Так, смотрите, мы сейчас делаем котят, берем. И сейчас я хочу покормить, сделать целую стаю котенка. Я беру им еды. Вот, смотрите, ой, я ударил нечаянно, он обиделся. Так,
Вот, наверное, вам сейчас скучно. Да, питомцы. Кормим. Это мне нравится. Мне нравятся такие дома. Давайте, входите, котики. Входите все, все, все. Вот такое. Здесь сделать кое-что. А вот что я хочу сделать, вы сейчас узнаете. Я хочу и показать вам, как можно делать. Вы, наверное, уже в этот знаете, да? Вы знаете, что я нажала. Я что-то нажала. И сейчас мы будем делать. Девенька говорит, я хочу кое-что попробовать сделать. Пранк. Пранк. Смотрите. Сейчас я их только найду. Где же они? Ребята, я их не вижу. Вы видите их? Вы, наверное, их сейчас видите? Я не вижу. Вот вы сейчас, наверное, их видите. Вы заметили. Заметили их. И не говорите мне. Скажите, скажите. Ага, спасибо, что сказали мне. Вот такой странный добрый брат. Зачем не будет? Вот это уже тело плохо. Так, надо, давайте доски. Как он делает? Что с ним делать? Доски. Ничего. Киса, тут опасно. Не трогай. Сейчас вот дети не зайдут, я вот такой попробую. Что тут такое? Подправьте этот дверь, вот такой, смотрите. Тут уже зашел житель. Он не может, он не сможет выйти. Что мы должны сделать? Я даже вот не знаю. Что мы должны сделать? Мы должны сделать вот такой очередной пример. Yeah.
Поехали. Вот такая шуточка. Нет! Житель что-то сделал. Все, ничего. А что здесь происходит? Зоби. А кто это сделал? Интересно, кто это сделал? Зоби. О, это зоби. Это была не я. Это была не я. Это был зоби. Нет, ты. У тебя куда-то лежать? Нет. Так. Сейчас я так. Что тут есть? Так. Сейчас я хочу кое-что сделать. Я хочу сделать один домик. Только сейчас я видео на паузу поставлю. Вот на паузу я поставлю. Все, всем пока. Так что ты тут уже начинаешь так хорошо. Что тут? Первый раз. Пойдем, что я... Вы это заметили? Тут. Да. Миром утро. Это где я сейчас? Я проснулась. Я готова. Сейчас я возьму меч. Ну, так. На всякий случай. Сейчас возьму вот меч. Да, я взяла. Да-то. Я тебя сломала. Возьму лучше в руки меч. Так. Кошечка. Я теперь... Я так потренировалась. Странно этот. Думаю, давайте в него зайдем. Дальше опять вот этого вот. Они железные? Что? Тут даже нету никаких рычажков, никаких кнопочек нету. Только есть окошки. Опа. Надо, блин. Это вообще... Что-то есть там какая-то дырочка. Тайный проход. Там и правда. Там тайный проход, я поняла. Там тайный проход. Так, тогда давайте подкопаем. Сейчас подберемся. Подкопаем. Так, о, да, я в домику, а вот и мой подкопик, так, и правда, так, я не понимаю, так, это что такое, так, сейчас я буду убираться, так, не подходить, лавинные блоки, тут лавинные блоки, сломаю, не подходи, как он тут оказался? Я ничего не понимаю. Что? Это?
Разбойничек, разбойничек. Эй, стоять, стоять. Бегаешь, бегаешь. Попался разбойник. Стоп, 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 стоп. Это один разбойник, это не может быть один, только их не заставить. Так, попались. О, тут еще и бык. Ага, попались разбойники. Далеко вы бежите. Лестницу забыли поставить. Все, я всех победил. Так, а вдруг там еще? Ага, попался. Давайте вот сломаем. И тут больше ничего нет. Да, 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 мы победили. Мы победили. На-на-на. Сколько у меня вещей. Это ж сколько у меня тут вещей. Да, мы победили. А теперь надо это как-то закрыть, чтоб никто не вошел в это. Или что это вообще? Я не знаю. А может, Вандермир так... Так можно было? А я не знала, что так можно было. А может, Вандермир опять отправимся? Ладно, всем пока. Вам, наверное, это видео показалось скучное, да? Да-да, всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И всем... Как кому понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Во, я нашла деревню, я нашла эту штуку, я устроила вот такой один пранк. И дождь пошел, дождь, зачем дождь? Это сейчас, ой, скорее, я сейчас камеру, ребят, скорее бежим, а то я сейчас камеру намочу, я сейчас камеру сейчас намочу, все, конец. Ой, давайте тут. О, как хорошо. Короче, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Всем, как говорится.